утром к 10 запускается система Overwrite. И мы слышим, как работает печка, отапливает. Для настройки системы Overwrite в меню Charge and Debord входим, выбираем строчку Overwrite. Выставляем время, которое необходимо, к которому, чтобы запустился таймер, запустилась печка. Запускаем он. Все. И выходим отсюда. Вот так вот выглядит стекло обычного смарта. А это типа свой башня.